Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Гудмен, и мы продолжаем проходить 17-ю часть страшных сказок, которая называется «Гостья из будущего». Итак, напомню, в прошлый раз мы нашли причину этого проклятия, которое губит всю нашу родню в будущем, и, по сути дела, осталась в живых только дочь Анны. То есть даже наша героиня, по всей видимости, тоже погибла. Вот, Ричард и так мертвый, ему ни холодно, ни жарко, как я в прошлый раз опять про это говорил. Так что давайте искать Изабеллу, искать корни, откуда все это началось, почему она так не любит нашу семью. Но это все, опять же, мы тоже видели. Это все связано с другим персонажем, который, как мне кажется, опять же, друзья, по-моему, вот... со многими мы уже поругались, кого только не наказывали, я имею в виду не наказывали, в том плане, что там что-то нехорошее творили, в общем, меняли как-то время. Вот, может быть, здесь не Анна виновна. Так, в общем, давайте разбираться. Здесь явно нужен секатор. Вот эту вот штучку бы как-то взять. Видимо, не возьмешь. Это ягоды. Ягоды можно отдать птичке. Да. Два конца, два кольца. Посередине гвоздик. И вот здесь примерно так же. Хорошо. Заходим в архив. Сейчас Ричард что-нибудь скажет, я думаю. Доберитесь до архива. Выполнено. Найдите документы об Изабелле. Так, кто-то, друзья, может сказать, что я не готов к прохождению страшных сказок, потому что не помню всех героев. Но дело в том, что, понимаете, каждый раз пытаться вспомнить, кто чьим родственником является, кто был врагом в той или иной части, это просто самое настоящее безумие. И вы знаете, если бы еще и проходили мы все это, вот там сел, допустим, там и за месяц прошел всю, ну, все части, к примеру. Но нет же, у нас между каждыми частями проходит, ну, очень приличное количество времени. Опять же, все-таки это, наверное, мои проблемы, но тем не менее, чтобы вы понимали, что я не настолько глупый или забывчивый, просто вот это вот время... Куча других игр между частями, оно все-таки немножко не помогает в данном аспекте. Что мы взяли? Подождите, лист бумаги, палка. Палку можно на улице там что-то, мне кажется, достать. Отвертка. Кстати, отверткой можно здесь что-то бы закрутить. И еще зеркало. Опять Изабелла. Тут надо поставить два ангелочка. Здесь каких-то три книжки. Черепы у нас один из трех. Тут непонятно, что надо сделать. Здесь еще одно перо. Там в теории может быть что-то сверху можно достать. Но здесь вряд ли бумага. Тут какая-нибудь балерина. А тут надо знать пароль. Здесь вряд ли что-то... Хотя может быть палкой как вариант. Ага, если точильным камнем воспользоваться, тоже нет. Слушайте. Деталь секатора. Ну, это ручка. Ага, ага. Это же дело это не поменяло. Так, злые крысы явно нам с ними не по дороге. Так, у нас есть секатор. Что еще тупой, типа, да? Так. Наверное, надо с верхней начинать как-нибудь так.
Так, есть один ангелочек, есть два черепа. Тут что-то... Но опять же, по сути дела, ничего-то не подходит. Секатором тут вряд ли что-то сделаешь. А что мешает здесь? Хотя бы видно было бы. Как будто что-то на калитке. Может быть, зеркалом посмотреть, что там? Ага. Ну да, три цифры вот просто очень сложно запомнить. Вот просто не вспомню. Хотя ради объективности, вы знаете, это может быть и не три цифры, может быть и две. Может быть и одна. Но это маловероятно. Давайте хоть от чего-то избавимся. Блин, опять это все не то. Что-то не то. Опять же, два черепа, а надо три. Может быть, там какую-то пиндюльку, которая на улице была. Пойти попробовать что-то там сделать. Потому что, ну, по сути дела... Вот типа ветки какой-то. Ага, все правильно. Так, что мы взяли? Рукоятка и ветки. Рукоятка и ветки. Мне это ни о чем не говорит. Может, этих... прогнать. Но, скорее всего, требуют сыра. Я не понимаю крысиный язык, но думаю, они требуют сыра. Вряд ли здесь подходит веник. А, кстати, веника можно вот здесь-то убрать паутинку. Нет? Я думал, это хорошая идея. Странно, что не сработало. Возможно, здесь. Используя стрелки, поверните пятиконечные кристаллы так, чтобы драгоценные камни между ними приобрели один цвет. Ну, вы сами все видели. А, это на улице. Батарейки где-то. Мне кажется, где-то... Можно попытаться их использовать. Опять же, это 4 или это 1,5. Ультразвуковой отпугиватель. Никакого сыра сегодня. Вы слишком злые крысюки. Так, здесь все. Может быть, сюда попробовать? Нет. Тогда, ага, книжка только одна. А, кстати, веник с рукояткой получится то, что нам надо. Только нету веревочки. Веревочки. Ничем не обмотаешь. Слушайте, где-то я вот эти цифры... Мне кажется, я их где-то видел. Ну, вряд ли здесь батарейки, вряд ли здесь это... Здесь надо три книжки найти. А там, кстати, что там за такие картинки? Все понятно. Здесь надо какая-то веревка, тряпочка. Не знаю, чтобы веник создать до конца. И потом, соответственно, воспользоваться. Значит, тут все. Остался только этот товарищ. Не знаю, что он батарейки, может, хочет. Слушайте, ну, по сути дела-то мало что осталось. Браслет Изабеллы вряд ли отсюда. Он, мне кажется, какой-то другой адрес требует от нас. То есть, когда мы отсюда будем уезжать. Вряд ли браслет Изабеллы. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет?
Блин, обидно же, ну, ну все же сделали. Ну что тут осталось? Здесь перо не хватает, пера не хватает. Здесь явно нужно будет веником воспользоваться. Не хватает какой-то условного, ну, чем-то перевязать это все дело. Вряд ли батарейками, вряд ли браслетом, вряд ли записка. Вот эта записка, она где-то... Я думаю, знаете что, друзья, опять та же ситуация, что и на прошлой записи. Здесь надо элементарно использовать... предмет где-то на какой-то общей локации. Вот помните, как я с домкратом в прошлый раз мучился? Вот здесь может быть что-то похожее. С точки зрения логики, браслет Изабеллы, вряд ли этот предмет, видимо, ближе будем к финалу игры использовать. Вот 1-4-5, это очень похоже на то, что... С другой стороны, это может быть здесь... Вот здесь не понимаю я, может быть здесь все-таки нет. Что здесь надо? Какая-то карточка. Я думал, пароль какой-то, вот то, что мы нашли, батарейки. Нам вроде нигде не надо были. Скорее всего, здесь потом перо отодвигаешь, и будет то, что нам нужно. Здесь просто глупая ситуация. Есть условный веник, но не хватает... чего-то, чем можно веник перевязать. Ну просто жесткач какой-то. И что делать? Все упирается в эту записку, либо в батарейки. Что можно тут придумать? О, твою-то дивизию. Это я, получается, одну подлокацию просто упустил. Блин. Как же все просто было. Деньги, блин, да. Ну, это, собственно, мои проблемы. Играю на максимальной сложности. Вот. А я вот этот номерок помнил. Мне казалось, что я где-то эти цифры видел. И, блин, думал, что может с этими 7-2-5, что вот на ящичке написано. Нет. Нет, абсолютно не так. Блин, как тут все просто. Кстати, первая сцена поиска за сегодня. Да, эту сцену поиска можно было назвать «Найди свой любимый канцелярский предмет». Свидетельство об удочерении. Данным документом подтверждается удочерение Изабеллы Деу Даниэлом Блэкторном. Даниэл Блэкторн, Вестминстер Авеню, 42. Почему мне Блэкторн знакома? Почему мне Блэкторн знакома? Кто мне объяснит? Денежки. За бесплатно нынче никто не работает. Чему бы этот ролик был? Покажите мне лицо водителя, пожалуйста. Чему этот ролик? Довольно страшненький, кстати. Если это просто ради какой-то картинки, лучше бы вы его не делали. Так, теперь можно уже непосредственно здесь поерзать. Так, это у нас плоскогубцы. Ну, в теории можно и раздавить.
Наверное, по этой причине мы это взять не можем. Здесь, видимо, та же причина будет. Угу. А это что такое? Какой-то интересный пазл. Но пока мы его не решим. Нужен ключ. Теперь включаем фонтанчик. Тут что-то будет. Это у нас... Ага, надо искать какое-то стекло, и мы обязательно что-то где-то сделаем. Так, стеклышко. Это же с рубином каким-нибудь. Перстень Дэниела еще лучше. А может, он что-то открывает, кстати, как вариант. Так, это гребень. Может быть, вот здесь... Ключ и ключ от дома. Так, башмак. Гвоздь. Подкова. Топор. Перчатки. Может это? Изолента. Темновато тут у вас. Как-то я вот не наблюдаю нужного мне предмета. Слишком большая, это непонятно что. Знаете, как будто... Я знаю, что я сейчас записываю поздно ночью, и у меня темно, но такое ощущение, что здесь темно, и, блин, я бы здесь какую-то свечку зажег или фонарь использовал. Честно, я не понял, что это изолента. Я просто кликал все маломальски подозрительное. Так, тут есть, видимо, какая-то коллекционка. Ага. Что это такое? Я так понимаю, нужно... Я понял. А это еще крутится? Нет, не крутится. Не крутится. То есть, если я кликаю так, оно меняется местами, меняет целых две. То есть вот это назад, это назад, это сюда, это назад. Червяк сюда. Кошелек. Что здесь? Маленькая Изабелла. Моя милая Изабелла. Ну, знаете, так просто не пишут. Моя милая Изабелла. Значит, действительно какие-то теплые чувства к ребенку. Привязанность, может быть. Так, Ричард, подожди. Ты как-то вот... То тебе надо появиться, то тебе... Брэндон Грей. Why are we always faced with curses and plagues? Do you think it's because I used to dabble in black magic? Действительно, Ричард, почему? No, of course not. This place tells me that the owner wasn't happy, despite a passion for black magic. Take this. Something of his might help your investigation. Да, Ричард. Может быть, ты виноват, может быть, нет. Это все, знаешь, такое рассуждение. А что, если бы докабы? Да где-нибудь росли грибы. Но раз они там не растут, то, соответственно, нечего об этом и рассуждать. Надо работать по факту. Нельзя жить прошлым. Нельзя строить какие-то сослагательные наклонения, потому что, по факту, в текущей ситуации это не поможет. Угу. Где бы тут что-то открутить? Вот здесь вот можно. Только я не понимаю, что это такое. Стрелка какая-то, что ли? Одна из двух. И то. Может, батареечку сюда? Даже две запихнуть, нет?
Ага. Сейчас тебе так запихнут ее. Батареечку. Блин, ну как-то непонятно тогда. Тут надо какие-то цветочки. У нас, по-моему, только одна локация. Здесь кусок зеркала, здесь символ какой-то. Тут вроде бы ничего. Либо еще какая-то подлокация скрытая присутствует, которую я не вижу. То есть стрелка и гирька. Ничего не берется, мячик не берется. Да, в одной локации можно, оказывается, запутаться. Вот так вот. Все-таки мы от тебя избавились. Гиря часов. Стеклышко. Сюда. Так, сцена поиска. Монограмма, ну или бесконечность. Ладно, вот монограмма. Сердце. Или это серьга была? Короче, не знаю, что-то было. Что-то я нажал. Это кольца интересные. А тут реально вот это что такое не подходит. Так, бант и череп я, кстати, где-то видел несколько раз. Бант, череп, лилия, циферблат и кристалл. Ну, кристалл вот. Две лилии. Это, по сути дела, цветок. Цветок может быть где угодно нашли. Блин, череп я точно... Вот череп. Остался только бант, но он, естественно, на девочке. Блин, еще в черное ребенка одеть, ну, траур только если какой-то. Ну, блин, это все-таки ж ребенок. Не надо ребенка к таким темным цветам с детства приучать. Ничем хорошим это не выльется. Клавиша переключателя. Наверное, это сюда. Странно. Вот только что вскрик, который был, мне показалось, это вообще какой-то ребенок. То есть как будто вот эта маленькая девочка поднялась наверх и вот что-то страшное увидела. То есть это был всхлип не женщины взрослой, Анны, которая столько прошла с Ричардом, что, я не знаю, хватит, наверное, на 10 жизней. А тут как-то перепугалась. Как-то неестественно, фу. Фу быть такой. Так, что дальше? Тут что-то отвалилось. Тут что-то тоже там отваливается. Все разваливается, все отваливается. Какой-то символ, пока тоже не понимаю, что это такое, зато знаю, что здесь. Бабочка есть, тут какой-то. Опять же, все не то. Очки вижу. Мне казалось, что это подходит. Ладно. Ладно. Вот это. А что вот это за такая фигня? Так, две из трех. Что мне это дает? У меня еще есть корпус арбалета, но он мне не поможет. Эмблема телефона. Здесь нужна бабочка. Ну, не такая бабочка. Я аж немножко завис. Говорю про бабочку и сам смотрю на бабочку. Вот значок телефона, наверное, где-то здесь. Две стрелки. И. Ага.
Так, это что? Это рычаг. Смотрим, что осталось в этой локации. Три цветочка, они у нас есть. Бабочка, которая мне нужна была. И тут что-то есть еще. Блин, не знаю, как вам, друзья, мне эти заставки просто с трудом ищутся. Так, вроде тут все, тут еще ищется. И третья, наверное, будет на бонус. Так, мы, получается, практически завершили. Ну, в принципе, чего я удивляюсь? Нечему удивляться. Последние части страшных сказок очень быстро проходятся. Там буквально за две части. Даже если постараться, можно, в принципе, и за три пройти. Ой, за три, за одну. За три. Вопрос, мне надо только один раз провести или нет? Потому что боюсь, что если нет, то это будет сложно. Ну вот, допустим, если мы это сделаем вот так. Прямой линии нету. Что подходит еще наверх? Вот это подходит. Опять же, они похожие. Больше ничего нету. То есть вот в эту позицию подходит только две. Значит, здесь изначально неправильно расположено. И здесь будет типа... ну, типа вот... вот так. А потом мы поднимем это вот так. Ну, я уже сделал. Вот. Первая пошла. Я же правильно рассуждаю. Опять же, а что эти фигуры значат? Может, они тоже какое-то значение имеют? Вообще, надо почитать описание. Сейчас опять что-то придумаю. Создайте соединение так, чтобы каждая сфера была по горизонтали соединена с кристаллом. Используйте красные стрелки. Ну, понятно. Используйте силы. Понятно. То есть, про эти символы ничего не сказано. Но тут что-то нарисовано. Может, какие-то подсказки. Ну, кстати, как вариант, может быть. Тут... можно что-то собрать с каждой фигуры. Ну, может быть. Ладно. Так, опять же, если мы повернем сюда, очевидно, что здесь будет вот эта позиция. И ее надо вот сюда поставить. То есть, что мы сделаем? Делаем так, делаем так. Делаем так, делаем так. Делаем так, делаем так. Делаем так. И осталось только эти поменять местами, получается. Нет, не получится. Не получится. Я понял. Я понял, в чем ошибка. Так. Нет. Теперь эту надо поставить вот здесь, между ними. И, точнее, надо их поменять просто местами. Но есть один момент. Раз они одинаковые... вполне можно попытаться сделать это все несколько иначе. Может,
можно эту сдвинуть сюда. То есть просто обменять местами. Давайте попробуем. Так, если я это сделаю так. Как это сделать? Слушайте, как это грамотно сделать? То есть, чтобы это встало сюда, да? Попробуем. Не поменял, по сути дела, я просто перекрутил их. А если мы сделаем вот так? Очень повезло, что здесь две одинаковых были. Вот даже здесь, знаете, сидит, вот он мне напоминает кого-то маньяка. Нет к нему доверия у меня, не знаю, как у вас, друзья, но вот не нравится мне он. Скользкий типок. Я так и думал, что я тут не взял. Как-то подозрительно мало подлокаций было. Может, я еще и тут не взял? Нет, по-моему, тут я все-таки нашел морфинг-объект. Тут было... Тут что-то, короче, лежало. Так, у нас есть лезвие. У нас есть ручка, маленький ключик. Ну, вряд ли здесь это так, а вот это вполне может быть. Так, тут ключик. Ключик, если мы здесь, там будет стрела и что-то еще. У нас был арбалет. Арбалет можно... Ага. Держатель тетивы, да? Стрела, не хватает тетивы. У нас есть линейка, у нас есть магнит. У нас есть лезвие. В конце концов. Что можно сделать здесь? Тут как будто надо, знаете, чем-то вот по плоскогубцу, только пассатижами даже можно. Это одно и то же. Вряд ли здесь линейка поможет мне. А что у тебя на столе интересного? А вот здесь линейка поможет. Что ты тут прячешь? Амулет-инструмент. Если мы это отрежем. Ну, с этого тетиву, честно скажу, вам не сделаешь. Тетива должна быть упругая такая, пружинистая немножко. А обычная веревка, ну, я не знаю, может быть... Там же тоже не все подходит. Ведь ребенка не прибили, блин. Так, а вторая часть как раз висела вот здесь, вот-вот. Сейчас мы это спилим. Так, и что у нас? Ручка балкона. Цена поиска, я думаю, будет. I've always loved Alina Gray. When I was away studying, I wrote letters to her, but she never replied to even one of them. Alina chose Brandon. Получается... Так, стойте. Это уже вообще какая-то левая дамочка, которую Брэндон нашел. То есть Луиза, наша сестра, Брэндон ее сын. Причем, по-моему, Брэндон тоже там было что-то от оборотня у него, если я помню первые самые части. Он когда еще в колыбельке был, помните, там то ли третья, то ли какая. Какие-то кошмары, по-моему, даже его мучили. И он там
Джон Крейджа, он же немножко там, у него есть вот именно там какие-то тоже свои специфические там способности. Вот, они передались, я помню, Брэндону. А Эллен Грей, опять же, она взяла фамилию мужа. То есть получается просто какая-то левая дамочка, никакого отношения не имеющая к семье, то есть не являющаяся по крови потомком Ричарда, привела в дом беду. Точно проклятие. Я любила Эллен Грей. Когда мне пришлось уехать на учебу, я писал ей письма, но она ни на одно не ответила. Эллен выбрала Брэндона. Какой кошмар, друзья. Вот слушайте, вот любите кого-то вы? Да. Есть вроде хорошее выражение, знаете, никогда не сдаваться, но... Блин. Вопрос, насколько не сдаваться. I had dreamed of having a family, but my interest soon turned to black magic. Да, слушайте, друзья, да, любовь зла, полюбишь и козла. Отняв у меня любовь, Брэндон разрушил мою семью. Я уже не могу, мою жизнь. Я мечтал создать с Эллен семью, а после предательства я стал изучать темную магию. Вопрос, где здесь, мать его, предательство? Она что, встречалась с тобой 10 лет, а потом, когда ты шел с ней под венец, она взяла и убежала к Брэндону? В чем заключается предательство? И при чем здесь, если она выбрала другого, при чем здесь связь, что Брэндон разрушил мою жизнь? Как будто жизнь закончилась на Эллен. Ну, не одна же девушка, я понимаю, может, она какая-то там красивая, особенная, там хорошая, там специфическая, но жизнь-то на этом не заканчивается. Я стал изучать темную магию, друзья. Вот. Я не знаю, что курят сценаристы, друзья, скажу вам честно, но что-то очень такое ядреное, по-моему. Это ненормально. Вот настолько высасывать, кроме шуток уже, вот, если уже немножко от этого отойти, настолько высасывать вот эту вот ерундовую... I adopted Isabella. I taught her the black magic I'd learned, and she became my guiding star. Через некоторое время я взял на воспитание Изабеллу. Я научил ее использовать темную магию. Научил всему, что знал сам. И она стала моей путеводной звездой. Опять же, ты в своих каких-то фантазиях больных используешь ребенка, чтобы добиться условной мести. У тебя... явно не все в порядке с головой. На мой взгляд, если вот ты потерял любовь, и ты хочешь эту любовь направить в другое русло, действительно достойно себя повести, ты правильно поступил, ты взял на воспитание ребенка, так воспитай ее достойной девушкой. Воспитай ее, вот у тебя есть куда свою любовь направлять, если ты хотел... всю любовь направить на Эллен условную, ну тогда направь на этого ребенка, воспитай достойную девушку, и что тебе еще надо? Но кому я это задаю, друзья, вопрос, вот объясните мне. Разработчикам, да им до фени, походу. Так, ладно, где ж тут Изабелла? Дневник с буквой D, вряд ли это Изабелла. Изабелла может быть куклой, но тоже нет. Где-то здесь? Lives, не, ну это уже больной человек он. Еще ребенком Изабелла нашла мой дневник, где прочитала о том, как Греи изгнали меня из своей жизни. Греи стали нашими врагами навсегда. Каким образом они тебя изгнали? Я что-то не улавливаю, друзья. У него же фамилия не Грей же, правильно? У него какая-то другая фамилия, мне кажется. Ладно, может, я что-то тут уже не понимаю совсем ничего. Но
разработчики явно были в духе. Такую дичь писать. А что-то с дочкой случится. You made it! I have something important to tell you. То и следовало доказать. Сейчас дедуля тут с разворотика. I like to see the gray family tree growing. I plan to be around to see not only my grandchildren, but my great-grandchildren. Не, Ричард такой молодец, слушайте. Никакой паники вообще нету. Мне нравится, говорит, как растет семейное древо Греев. Let's make sure Alice stays alive. I may be lonely over on this side, but I'll deal with it. Take this. Да, я типа справлюсь сам там. Isabella won't leave us alone until we stop her and Daniel. But I'm fading fast. I don't know if I can time jump again. I saw photos of Elena, my cousin's wife, with Daniel in our old family albums. Maybe the photos can help us put an end to all this. Ну, давайте посмотрим, где это все случилось. Войдите в дом Эллен Грей. Хочется посмотреть, как же они его из жизни изгнали. Ну, кстати, такой странный минус. Обычно у элефантов с этим все в порядке, но как-то очень много сэндпоиска именно по списку. Обычно они как-то вот стараются максимально разнообразить. А здесь прям вот список, ну, по списку, по списку и по списку. То есть они даже как-то... Не пытаются какое-то разнообразие внести. Что очень странно. Что-то спичек я не вижу. Не понял. Я что-то вставил, но... Это какое-то отношение или что? А, кошелек на... Ну, кошелек. Так, что-то вы меня запутали. Монетки сюда надо положить. То есть мы открыли здесь, чтобы открылся бардачок или там какой-то условный, да, чтобы потом... взять монетки, ну, прикольно. Ладно, где же спички? Буду кликать, а вон спичка одна. Найдите гаечный ключ. Есть. О, батарейки сейчас наконец-то используем. Что у вас не так? Я понять не могу, что вам не нравится.
Может, провод короткий? Нет, туда. Угу. И действительно короткий провод. Hello, Anna. Please come in. Не понял. Вроде в прошлом они как-то должны сидеть на пятой точке ровненько так. В том плане, что никто, кроме Анны, вот помните, сколько частей это было? Там 6 или 7, никто не мог, кроме там, по-моему, животных или птиц. В прошлом что-то даже шевелится, они просто все застыли, а тут почему-то... Может, это настоящее просто? Хотя нет, нас вроде бы дочка перенесла. Непонятно. I was young then. A lot of men tried to get my attention. So many years have passed. I don't even remember most of their faces. I may have a photo of him somewhere around here, though. Feel free to look around. Take this. It might help you. Mm-hmm. Угу. Угу. Фигурка дракона. Может, вот это он? Так, а это что такое? Улон. Нет? Оказалось, там кусочек что-то да может сделать. Ладно. Ладно. Получается все. Значит, тоже ладно. Кулон тебе отдавать не надо? Не надо. Сюда его вряд ли надо пихать. Сюда надо собирать. У нас только одна из трех. Здесь явно нужен ключ. Ну, как бы только тут остается. А что тогда делать? Батарейки в расход мы пока не несем. Не это, не тратим, короче. Так, проверю-ка я еще раз улицу. Что-то мне не нравится, что так на улице как-то быстро мы завершили наши дела. Ну да, вроде бы пусто. Очень странно. Очень странно. Ничего точно нету. А что ж тогда придумать здесь можно? То есть верхняя часть ничего не ищется. Здесь никаких... Улон. Ну тут типа собачке что-то надо прицепить. Ну кулон реально вот сверху. Там что-то как будто, знаете, вот такой вот зазорчик есть. Чтобы это сделать. Но здесь надо какие-то штекеры специальные. Там, не знаю, кабеля. Книжку просто взяли. А мне это ничего не дает. Я взял книжку, где был много раз. Мне это ничего не дает. Лон мы отдать тоже не можем. А что придумать? То есть единственная вещь, которую можно здесь, это батарейки, либо кулон, потому что остальные вещи составные. Батарейки вряд ли в телевизор как-то можно всунуть или где-то на экран. А, кстати, вон, смотрите. Один кулон здесь, второй, наверное, рядом будет. Блин. Самое забавное, что я только на общей картинке это увидел. При приближении я вообще вниз не смотрел. Да.
Клякса. Бедный хомяк. Так, это скребок, да? Шпатель. Можно отсюда соскребсти, я думаю. Так, уже две из трех. Привет, хомячок. Что ты хочешь? Хочет кушать. Но он по сравнению с крысами хотя бы смотрит на нас приветливо. Те ж просто нас сожрать хотели. Хорошо, хорошо. Теперь сюда. Вопрос, что за пазл будет? Насколько он будет сложным? Не, нормально. Вполне рабочий вариант, я думаю. Что такое? Амулет-огонь. Это сюда. Так, это переключатель, это пинцет. Пинцетом, кстати, где там это застряло? По-моему, где-то здесь. Хлеб. Боже, он там, может, пролежал 2 года. Что вы с хомячком? Потом хомячок сдохнет. Случайно буквально. Вот просто случайно. Академическое совершенство. Допустим, допустим. Выпускной в колледже. Друзья, так, выпускной в колледже, наверное, здесь. Мой друг Дэниел. Мы с Брэндоном. Это Брэндон. Так. Мой друг Дэниел, друзья, что-то вот как-то не улавливаю разницу.
Может, здесь поменять надо. А. Выпускной в колледже. Друзья. Мы с Брэндоном. Мой друг Дэниел. Ну, теперь-то да, эти только остается поменять. Что дальше? За несколько лет до рождения Билли двое мужчин... Two men were in love with me. One of them was Brandon, and the other was Daniel. Были в меня влюблены Брэндон и Дэниел. Найдите сердца. During the last year of college, Daniel quit, and his letters stopped. Nobody knew where he went. I was in love with Brandon, so I married him soon after. Последний год учебы в колледже Дэниел куда-то уехал, от него перестали приходить письма. Никто ничего о нем не знал. Я любила Брэндона, поэтому вскоре вышла за него замуж. Лишь последнее это письмо выдели. Уронили, нет. В кустах валяется, да нет. Найдите письмо. Уже на столе же я все письма понаходил. Откуда тут еще письмо может? А вон оно. Several years later, Daniel reappeared. He said that I had ruined his life by choosing Brandon. He was so angry. I wish I'd never met him. Дэниел появился через несколько лет после моей свадьбы. Он заявил, что я разрушила ему жизнь выбором Брэндона. Он был в гневе. Лучше бы нам никогда не встречаться. Я хотел водички попить. Не буду вас задерживать. Ну, странный момент, почему он уехал. То есть, вряд ли как-то так просто, знаете, он решил... бросить девушку, любимую, зная, что есть настоящий конкурент, который тоже ее любит. Ну, какие-то причины должны быть. We have to go to Elena and Daniel's past when they were students. I won't have the strength for another chance, so we have to make it count. I don't want to sound dramatic, but I feel like something terrible is about to happen. Please, humor your old man and take this. Ладно. Это что такое, вообще непонятно, что это? Так, морфинг, по-моему, мы тут не находили или находили?
Разложите книги на чаше весов. Разделите книги по категориям. Знания или эмоции. Книги нужно сложить от больших к меньшим. Два пазла в одном получается, фактически. Сразу туда перекидывать, что-то я ступил. Сейчас уже это не переложишь. Блин. Может быть, кстати, подойдет. Так, это что такое? Слушайте, ну вот можно как угодно обвинять Elephant Games, но головоломка в этой части не явно подготовились. Надо понимать, что за рисунок будет. Могу представить, что вот это, наверное, будет здесь, потом идет это. Ну, не факт, эта птичка может находиться здесь, а кусок крыла находиться здесь. То есть нам надо вот это перевернуть, убрать и поставить в нужный угол. Неудобно стрелки сделаны, реально неудобно. Что это я это убираю? Потом эту птицу можно сюда поставить, к примеру, но надо понять, что здесь. Допустим, птица находится здесь. Второе крыло. А что перед ней? Конверт. Конверт получается здесь. Мы его перевернем, он будет находиться. Ну, можно сразу перевернуть.
как он будет находиться. Птица будет вот такая. Что дальше? А где веточки все будут располагаться? То есть верхним мы понятно. А потом идет крыло. Крыло. Чё ж какая-то трель тут, видите, есть. Ну, явно так. Сидит. Сюда. А это куда? Это сюда. То есть у нас летит птица. Они вместе соединяются, да, вот типа так. Внизу должен быть кончик крыла еще где-то один. Тут торчит кусочек чего-то, может типа веточки какой-то, но что здесь? Неудобно стрелки сделаны, просто вот. Так, это сверху. Что слева? Вот это что такое? То есть эти листики, наверное, тут располагаются. А что над ними? Вообще непонятно. Я не могу понять вот этот кончик, к чему он относится. То есть надо искать вообще. Тоже нет. А если даже в теории перевернуть, да нет, не может быть. Вообще не понимаю. Давайте попробуем сложить просто верхнюю часть. Посмотрим, что получится. В любом случае, мне кажется, что-нибудь да будет. Вот она летит. Что дальше? Куда она летит? Откуда она летит? Можно это здесь. Попробуем проверить. Это здесь.
Это здесь. А это что такое? Это... Это сюда, а это тогда куда? Просто здесь будут болтаться, вот здесь вот. Ну давайте попробуем, даже интересно. Может быть. Ой. Последний кусочек очень меня смутил, вот просто максимально. Кстати, что у нас по заставкам, по коллекциям? Ну, где-то 4, в принципе, если я еще вот это найду, допустим, ну, 3, наверное, все пока в порядке. А что по заставкам? 2 штуки осталось, по-моему, да? Wouldn't keep your noses out of my business. So now your daughter pays with her life. Вопрос, что она сунулась в эту комнату? Стояла бы снизу и все? Или там есть какие-то условия на ограничения? Сразитесь с Изабеллой. Ну подожди, Изабелла. Надо все морфинг-объекты найти. Успеем. Так, подарок Ричарда. Что делать? Надо искать, что ли, такие элементы. Один нашел. Это жестко. Чего-то я даже большую часть не вижу. Ну все, ты победила. Все, свободно. С вещами на выход. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, последняя. Где же последняя? Вот она. Ха, мы отбили твой щит. Точнее, наш щит сработал на отлично. Так, эту я нашел. Должно быть, в принципе, по идее, легче, потому что я уже все эти элементы, ну, должен был видеть, как минимум. Осталось какое-то буквозю, блин. Под мышкой. Так, что мы взяли? Сразитесь с Изабеллой. Уничтожьте кулон с помощью Элис. О, и похорошела сразу девчонка. Better than ever. I knew we could get rid of Isabella together.
I'll make sure to steer Billy away from the dating sites from now on. Don't worry, I'll play matchmaker and find him a real catch. We have to do one more thing. We have to erase Elena from Daniel's memory. He might have been a good person once, but unrequited love can send someone down a bad path. Что-то в этом есть, я согласен. Безответная любовь, как бы это ни звучало, но вполне частое событие. Хотя вы знаете, как бы это так по-скупердяйски не звучало, все-таки я старше большинства своих зрителей, но могу сказать, что раньше как-то вот отношения, любовь, чувства ценились несколько выше, чем сейчас. Не к тому, что, знаете, как вот любят говорить, раньше там трава была зеленее, солнце ярче. Нет, дело не в этом. Просто раньше даже элементарно познакомиться с девушкой на дискотеке, как бы, но было для многих трагедия, было очень сложно, потому что многие стесняли. Сейчас всякие сайты знакомств, доступность соцсетей, где вы раскрепощаетесь. То есть фактически вы можете пообщаться с девушкой даже удаленно, не видя ее, и вас это в некотором роде раскрепощает. Раньше такого не было. То есть такой практики вы не могли получить. Шило же, да? А потом... Шило, 7401. Открытка. Исправленная дрель. Так, это что? Цепной выключатель. Ага. Готово. Это ручная дрель, да. Так, что будем вскрывать? Показывайте. Не, ну тут какие-то символы должны быть. Ну не здесь же, тут же мы... Ага, есть. Все-таки здесь. Блин, обычно четное число идет. У меня 17. Вполне мог где-то пропустить. Я такой момент допускаю. Так, заставки должны быть все уже. Получается, да, заставки все. Осталась только бонусная глава. Ну, заставками вроде бы справляюсь пока. Антиржавчина. Антиржавчина, где мы вас использовать? Вряд ли здесь, здесь контакта не хватает. Я бы сказал, диски какие-то, надо типа что-нибудь другое. Так, а вот тут предметов много, а тут что-то ржавое. Кнопка дисковода. Ну-ка. А теперь все упирается в ножницы. Очень весело. Надо какой-нибудь этот.
Переключатель. Слушайте, ну облом какой-то прям. Так. Эти тоже ничего не... А, кстати, вон что-то есть. Так, знак. Знак отсюда. А почему... Ага. Понял. Все понятно. Тут что-то еще есть, подождите. Либо цветок, либо осколок, мне кажется. Другого не дано, но ничего не берется. Может, потом надо будет что-то взять. Почему здесь? Коллекционок вроде нету. Может, на цветок как-то использовать. Ага. Вставить маски так, чтобы в строках или столбцах не было повторяющихся эмоций или цветов. Допустим. Допустим. Здесь нельзя. Либо здесь. Это мы решили. Дальше. Куда вас запихать? То есть здесь нельзя. Либо тут. В принципе, пазл-то не сильно сложный. Так. Так получается. И осталось две позиции. Если тут нельзя... А, значит, это будет здесь или здесь. То есть, если ты здесь... Так. Готово. Методом исключения получается. Ну, логическая задачка, в принципе, не очень сложная. Мам? You saved our whole family from the fever. Thank you for your help. I hope we'll meet again soon, in your time. Славная дочурка. Настоящие дни. Письмо из будущего. Как пить дать? Угу. Забеременела, 8-я неделя. Ну что, друзья, ну, честно, единственное, если вот поискать какие-то положительные моменты в этой части, все, что я вижу, для меня, как для любителя пазлов, наверное, главное, это наличие интересных головоломок, причем головоломки не решаются, знаете, вот как бывает очень часто в Elephant Games, так, ну, с такого наскоку, что вообще без проблем, то есть... Над каждой практически головоломкой надо было хоть немножко, но подумать. И вот это я считаю большим плюсом. Также стоит отметить, что ввели новую героиню. Это дочка Анны Грей. Возможно, в будущем, опять же, знаете, готовит такую почву, что Анна Грей, хотя она вроде бы и бессмертная, и не стареет. Не знаю, когда она отправится на покой.
Но, тем не менее, возможно, вот появится у нас какая-то второстепенная героиня, которая хотя бы в бонусных главах будет вести там с дедушкой какие-то расследования, как вариант. Ну, а сама история вот этой любви, ну, честно, довольно... неглубокая, а стандартная, то есть кто-то за что-то мстит, ну, то есть, знаете, настолько приевшаяся история, что аж даже жалко сценаристов, если вообще они есть, иногда просто возникает такой вопрос, а есть ли действительно сценаристы вообще у Elephant Games? То есть такой проект, вы знаете, я давно говорил, любой школьник, по сути дела, может написать. Я не знаю, сколько, ну, там в каком классе уже не скажу, но поверьте вы мне, такое сочинение больших таких умственных усилий не требует. То есть, если раньше чувствовалась работа сценаристов, чувствовался какой-то вот, знаете, такой вот замысел глобальный, сейчас весь глобализм сходится к тому, что мы просто выдергиваем того или иного члена семьи, используем его в нашей истории и вводим кого-то нового. Как вот правильно заметили в комментариях, что если раньше у нас из прошлого были проблемы, сейчас проблемы начались из будущего. Что будет дальше, в общем, посмотрим. Но, на мой взгляд, опять же, не самая лучшая работа Elephant Games. Я уже даже и не припомню, какая часть была удачная, но вот последние три так точно, ну, ничего абсолютно интересного. То есть, чисто для фанатов серии, и то, я думаю, сами фанаты ждут что-то более интересного. Здесь мы этого, к сожалению, не увидели. Посмотрим, что будет в бонусной главе, потому что, вот, что стоит признать, хотя бы в бонусах они как-то вот удивляли. То есть удивляли не самим контентом, а удивляли тем, кто там главный герой и что происходит конкретно на экране. Потому что вот это иногда вызывает удивление в хорошем смысле этого слова. Посмотрим, что приготовили разработчики на этот раз. Мне кажется, как-то наверняка будет задействована Анна Грей. Ой, Анна Грей, ее дочь Элис. Вот что-то я вот как-то к этому больше склоняюсь. Ладно, друзья, на сегодня все. Большое вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.